Представляем команду руководителей классов школы 15-17. Задача руководителя класса – создать условия для развития талантов и проявления потенциала каждого ученика. Именно поэтому мы продолжаем развивать в себе, а значит и в каждом ученике, функциональную грамотность. Ведь именно это – способность применять полученные знания во всех сферах человеческой деятельности, в общении, в социальных отношениях и в жизни. Математическая способность – это способность человека формулировать, решать задачи повседневной реальной жизни. Мы с моими учениками постоянно работаем в этом направлении. В современном образовательном процессе школьнику постоянно необходимо проявлять способность находить информационно-смысловые взаимосвязи текстов разного типа и форматов. Мы с учениками регулярно читаем тексты, анализируем, какие ситуации с ними уже произошли в жизни и как полученные знания помогут им в дальнейшем. Естественно, научно образованный человек стремится участвовать в обсуждении вопросов, связанных с естественными науками и технологиями. На своих уроках я обучаю детей понимать мир, в котором они живут, научно объяснять те процессы и явления, которые в нем происходят. Финансовая грамотность понимается как способность личности принимать разумные, целесообразные решения, связанные с финансами, в различных жизненных ситуациях. Эти решения касаются и сегодняшнего опыта учащихся, и ближайшего будущего. На своих уроках я знакомлю ребят с финансовой грамотностью, для того, чтобы они разумно могли подходить к планированию доходов и расходов. Креативное мышление проявляется не только в случайном всплеске новых идей, оно может приносить и реальную, весомую отдачу. Я и мои ученики всегда продумываем, как и где нам применить идею нами созданных проектов. Глобальная компетентность рассматривается на международном уровне как многомерная цель обучения на протяжении всей жизни. Я со своими учениками стараюсь постоянно совершенствовать эти компетенции, без которых жизнь в современном динамичном обществе практически невозможна. Глобально компетентная личность – это человек, который способен воспринимать местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими людьми, а также ответственно действовать для обеспечения устойчивого развития и коллективного благополучия. Глобальную компетентность можно рассматривать как специфический, обособленный, ценностно-интегративный компонент функциональной грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную основу и нацеленный на формирование универсальных навыков soft skills.